Мария, вы закончили автошколу «Умный водитель» по курсу «Классическое вождение». Понравилось обучение? Да, понравилось. С машиной дружба наладилась? Да, даже габариты начала определять. Ну, вот так, скажем, конечно, не гонять, но по городу уже проехать можете? Думаю, да. Как отношения с инструктором сложились? Сложились, да, хорошо. Спасибо за внимание. Спасибо вам.